Ну и заодно сезон на даче. Первый чай. Ух, после. Или до бани, или после. Нет, до. Ладно. Будем считать, что 27 января сезон открыли. Так. Ага. Не знаю, может, знают люди, не знают. А кто знает, тому не надо, а кто не знает. Знаете, когда надо поколоть вот эти дровишки очень мелко, ну, на растопку. Обычно, ну, вот бывает, не поставить, падает, пальцем держишь. И нужно в нужный момент убирать палец. И вот так вот получается, вот такие вот срываются. Смотрите, есть такой хороший метод. Берете одну полежку, теперь берете вот эту, и вот ею придерживаете. И мозг, он же теперь понимает, что вы по пальцу не попадете. Мозг более точно дает команду рубить. Серьезно, я попробовал, охренительно получается. О, смотрите, можно вот таких вот нарубить, как обычным пальцем, так не нарубишь. То есть я теперь без тени сомнения, мозг-то понимает, что я себе палец не отрублю, и правая рука работает совсем по-другому. А так у человека есть инстинкт самосохранения, и он не дает это делать спокойно. Идея где-то родилась не у меня, конечно. Сам где-то подсмотрел. Ну, может, кто-то не знает. Классная штука. Вот так пользуюсь. На растопку, если надо натопить. Тогда вот. Ну, или бывает вообще неровная дровишка, которую фиг поставишь. То вот так вот придерживая, можно тоненько нарубить. Вот видите, она падает. Чтоб не падала, прижал и рубишь. Ну, в общем, пользуйтесь. Всем удачи, всем пока. Пошел я баню топить. Все.